Привет, друзья! Хочу поделиться с вами одним событием, которое меня, прямо скажем, зажгло, вдохновило. Было это в 2007 году. Я был приглашен в театр Юрия Куклачева и вместе с ним начал работу совместно. Ну а в октябре меня пригласили в качестве менеджера на всемирный фестиваль музыкальный, который был в Берлине. В Берлине есть такое место, которое называется Мессе. Более 50 стран принимали участие в этом фестивале. Это была Америка, Канада, Австралия, Аргентина, Англия, ну и европейские страны. И, кстати говоря, Япония. Что там происходило? Там заключались договора по лицензированию музыкальных произведений и шла широкая рекламная кампания CD-дисков, изданных в разных странах. Мне повезло, я познакомился с известным музыкальным продюсером из Англии, Робертом Дановой. Он с удовольствием взял мои произведения в лицензирование и в международную дистрибуцию. Ведь в то время у нас в России этого еще не было. Мало того, он сделал все по-честному, обещал мне небольшую ротацию моих произведений на одной из радиостанций в Лондоне. А позже он выслал мне копию плейлиста в подтверждение обещанного. И этим он меня просто зажег. Осознать, что где-то в Туманном Альбионе прозвучала несколько раз твоя пьеса в стиле, а-ля татарский фолк. Ну, это же было просто круто. Это меня очень сильно вдохновило. Вот здесь, среди многих иностранных исполнителей, можно увидеть два моих альбома. А вскоре, через несколько месяцев, у нас появилась на свет моя внучка Альмира, и я решил эту пьесу посвятить ей. Уже нет в продаже этих моих альбомов, и все авторы мира стонут и негодуют по поводу всех этих новшеств, музыки, которая была загнана во флешку или в интернет. А замечательные события того времени освежают мою память, и пусть все это будет добрым пожеланием моей любимой внучке Альмире. Альмира, be happy! Так называется это произведение. Альмирочка, будь счастлива! И вспоминай, ведь прошло уже 10 лет с тех пор, как ты поднималась по лестнице ко мне в студию.